Да, у него скапывает. Вообще просто такое. Бесшумно, даже не слышно. На уровне ветра. Такой вот кораблик. Я еще на нем не хожу. Надо это дело поправить. Лодочная. 2022 год. 2 июля. 2 июля. Так, что у нас? Кто из родственников уехал? Дядя Сережа Берендеев здесь. Саша Кашкаров уехал. Мечты детства. Отходит. Сейчас все поправим.